У нас проходила акция «Открытый космос. Открытая книга. Флешмоб», где каждый участник в соцсетях мог разместить эссе, фото, видео о своей любимой книге. И сегодня у нас будут призы активным и победителям. Далее у нас организовано очень много выставок, которые читатели и студенты могут посетить сегодня. Выставка редкой книги. То, что нигде никогда не увидят. Только сегодня у нас книги 16 века, 17. Книги от древности до современности. Также сегодня большая программа, обширная, концертная. У нас будет выступать хор под руководством Ларисы Рыкаловой, а также будет спектакль. Театр Next. Мы работаем и сотрудничаем с университетом Лобачевского. Мы в стенах университета находимся и работаем, то есть входим в состав культурно-образовательного центра. И в рамках «Библионочи» мы в основной программе заявлены. И как вот по всей России выступают коллективы, да, театры, музыкальные коллективы, музыкальные группы, поэтические различные такие вот группировки. И также мы сегодня с нашей музыкальной поэтической композицией знакомый ваш Сергей Есенин. У нас еще сегодня презентация нашего музыкального коллектива Next Band. Несмотря на англоязычное название, все наши спектакли, концерты, они пророссийские. Абсолютно. То есть направлены на культуру, на образование, на все то, чего вот сейчас, к сожалению, не хватает. Я думаю, что ночь музеев, да, и во всех вот этих замечательно придуманных ночах книжка должна быть обязательно. Потому что книжка, она ко всему имеет отношение, ко всей нашей жизни. Мы привезли самые разные книги, все они связаны с Нижним Новгородом, но особенно, конечно, книги, в которых можно узнать что-то такое, связанное с наукой, с техникой, потому что тема сегодняшней «Библионочи» как раз вот такая, вот, можно сказать, на пути к звездам, к солнцу. Сегодня мы хотели бы показать нашим гостям по одному-два экземпляра из каждой коллекции. Тут есть и редкие книги западноевропейские, и книги кириллической печати, и рукописи. Одна часть принадлежала в свое время профессорам Нижегородского университета. Их личные библиотеки были подарены в библиотеке университета. Потом часть коллекции была перевезена при начале Первой мировой войны из Варшавского политехнического института. Много оттуда. Некоторые книги были привезены после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, как трофейный экземпляр.